Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья и все, кто только что ко мне присоединился, всем здравствуйте. Мне написала одна женщина, что «Ой, я такая полненькая, мне тяжело, и мне много лет, наверное, не похудею». Глупости все это. У меня мама прекрасно худела и в 70, и в 75, и в 77. Потом набирала и снова худела. Ничего, девчонки. Это наша жизнь. Ну что же сделаешь? Любая женщина, она от воды, от воздуха уже полнеет. Особенно та, которая имеет деток. Но не переживайте. При правильном питании можно легко схуднуть. У меня есть 1001 диета. А сейчас, знаете, чтобы немножко вас ободрить, я хочу вам показать свою коллекцию дам, которые хорошо выглядит. И таким образом я докажу вам, что хорошо выглядеть в любом возрасте можно. Если всегда быть в тонусе, если ухаживать за собой, делать домашние крема, как я делаю, каждый день питать лицо, а ведь я маски делаю каждый день, и желательно знать, как правильно делать макияж после 40-50 лет. А еще необходим стимул, мотивация. Это можно почерпнуть у любимых кумиров. Итак, давайте посмотрим, как выглядят знаменитости старше 50 лет, и какой стиль они предпочитают. Это самые стильные люди. Ну, например, вот первая, Джейн Фонда. Посмотрите на нее. На этой фотографии ей 77 лет. Посмотрите сзади мужчины-фотографы. Они прям только и успевают, что переставляют и заряжают эти. Посмотрите, как она выглядит. На каблучках, элегантно. Давайте обратим внимание. У нее ручки какие. Да вы что? Вот она. Это уже в другом одеянии. Посмотрите. Просто красавица. Или вот тут, вот как она выглядит. Ай. И все разный стиль, посмотрите. И вот вам корешка. Вот вам каре. Сейчас боб каре на пике, просто на пике. Как омолаживает. Посмотрите, это она какая элегантная. Выгуливает собачку свою. Эти ножки. Вот это да. Вот невероятно, но факт. Джейн исполнилось 77, и при этом она прекрасно выглядит. Она, видите, как в повседневной жизни, а вот это ее повседневная жизнь, она выбирает сдержанную такую классическую одежду. А на торжественных мероприятиях, конечно, появляется в роскошных дизайнерских платьях. Ну вот как вот здесь. Ну, а это Тильдочка Суинтон, 55 ей. Посмотрите, какое свежее, сияющее личико. И ведь минимум косметики. Косметики практически нет. Платьице элегантное и слегка открытое плечико. Ну вот с таким плечиком этой девушке больше 25-7 ну, максимум 30 не дашь. А ведь ей 55. Давайте посмотрим, как фигурка. Как фигурка. Ах, какая фигурка. Посмотрите, какая она. Конечно, это труд. Вот такую фигуру иметь 55. Это труд. Ножки, посмотрите. Каблучки. Все как надо. А глазки горят. Просто горят. Давайте глянем дальше. Посмотрите, как она элегантна. Это я вам показываю самых стильных. А вы уж смотрите. Вот это вот называется стиль. Это, кстати, было очень модно. Вот такие вот роскошные пиджаки. И сейчас тоже. Посмотрите, у нее какая-то инопланетная внешность.
И поэтому вот Тильда, благодаря вот этой вот внешности своей необычной, она легко перевоплощается в различные невероятные роли. Она прекрасная актриса. Она радует глаз не только на экранах телевизоров, но и в реальной жизни, предпочитая вот такие авангардные наряды. Но и нас она, конечно же, подбадривает. Ну, а это одна из моих любимец стильных. Это Хелен Миррен. Она вообще потрясающая. И тоже, смотрите, каре. Она вообще потрясающая. Ей 70 лет. Ну, сейчас уже 72. И на этой фотографии 70. Потом дальше фотографии будет 72. Она выглядит изумительно. Она занимается спортом. У нее пробежки, у нее правильное питание. И вот вам, пожалуйста, результат. Она очень любит платье, которое подчеркивает именно ее женственную стройную фигуру. И эта актриса, она предпочитает элегантный английский стиль и классические наряды из тканей модных фактур. Вот посмотрите, такая фигурка у нее, 70 лет. Давайте еще посмотрим. Вот. Тоже ведь это каре, она то так его укладывает, то так. Вот такое платьице элегантное. И красный клатчик с золотыми часами. Босоножки элегантные. Вот тут вот она свое каре вот так уложила. Посмотрите, какая фигурка. Вот посмотрите. Я бы на ее месте просто седой волос немножечко бы убрала. И было бы вообще изумительно. Прям девочка по фигурке. Да, мне нравится она. И ткани, видите, какие фактуры выбирает. Ну, Шерон Стоун, 57. Нет, сейчас ей уже 58. 58 лет. Посмотрите на нее. Шерон Стоун, она прекрасно выглядит. Даже не верится, что с момента съемок «Основного инстинкта» сколько прошло уже? 17 лет уже прошло. Или 18. Посмотрите, элегантная сумочка. Опять золотые часики. Голубенькие. У нее босоножки и желтенькая платьице. Желто-блакитно. А вот она какая. И розовая. Такая. Она не стесняется, она не боится цветов. Как никогда не забуду, как один в кавычках стилист из Савдепии сказал, что вот вам уже 40 там кому-то, уже такие броские цвета нельзя носить. Такую чушь сказал. Вот вам, Шерон Стоун. Посмотрите, дорогие мои. 58 лет. Желтый, яркий. А вот теперь смотрите. Ярко-розовый тоже, кстати, очень модный цвет. Какая фигурка у нее. Какие ножки вообще. Элегантная, не покореженная, ничего, пальчики. Вот она в повседневной жизни. Шелковая рубашечка, штанишки, стильные, стильнячие ботиночки. Супер. Вообще, просто супер. И очки. Вот это вот мой стиль. Замечательно. И вот смотрите, блондинка носит такие роковые женственные наряды. Она обожает образы тоже в мужских костюмах. В повседневной жизни Шерон выбирает стильную лаконичную одежду. Вот такую вот. Ну, а кто не знает Мэрил Стрип? Мэрил Стрип знает все. 67 лет. Посмотрите, какая она красавица. Вот, посмотрите. Ах. Вообще мне нравится вот такой вот принт, горошек, цветочки. Очень красиво. И в штанишках. Стильная-стильная. Посмотрите, какая она стильная. Черно-белый. Изумительная блуза. Пиджак. Ой, как она красиво смотрится. Дальше. В общем, с Мэрил Стрип все понятно. Ей не по душе
гламурные наряды я посмотрела. Она такая лаконичная, да? Теперь, кто это? Кристи Бринкли. Ей 61. Посмотрите, как она выглядит. Потрясающе. 61. Нет, 62 в этом году. Потрясающе. Ну вообще, кукла. Кукла. Просто кукла. Я в восторге. А сейчас смотрите внимательно. Оп! Вот эта фигурка. Вот это 62 года. Дай Бог нам всем в 62 вот так вот выглядеть. Ну, еще один ее образ покажу вам. Вот. Вот это она в городе. Это и актриса, и модель. Еще раз хочу, чтобы вы ее запомнили. Это Кристи Бринкли. Она выглядит прекрасно, очень молодо. И свою роскошную фигуру она подчеркивает короткими платьями, которые ей невероятно идут. Вот. Ну и кто ей скажет, зачем ты носишь это? Зачем? Ты что, нельзя платок одень? Одень платок и одень длинное длинное пальто, манто. И все, и до свидания. А как же мы увидим вот эту красоту? А как же мы поймем, что жизнь продолжается? А как же мы поймем, что мы дочери царя царей? Что мы вот такие? Посмотрите, какая она, и посмотрите, как сзади. Гораздо моложе ее женщина идет. Она вся светится, и сзади посмотрите. Вот вам, пожалуйста, свет в окне. Лорен Хаттон, тоже она очень стильная, ей 72 года. Давайте посмотрим. Клеточка очень модна. Очень модны клетчатые пиджаки сейчас. Посмотрите. И вот такие вот бермуды. И в балетках. Вот она, посмотрите. Худенькая. Стильная. В джинсиках. Посмотрите, как она одевается. Она и актриса, и супермодель. Вот она. Она дама очень стильная. В свое время она появлялась на обложке Vogue целых 25 раз. Она имеет очень эффектную внешность и прекрасно выглядит в обожаемых ею мужских образах. Вот она любит вот такие вот образы. И ей отлично. Ну, а кто это и сколько лет вы ей дадите? А это Инес де ла Фресанж. 58 лет. Давайте посмотрим, как она выглядит. Вот такой вот у нее модный образ. Нет, сейчас ей 59. Вот такой вот модный образ. Браво! Браво! Вот именно так в 59, в 60 женщина должна выглядеть. Посмотрите. Браво, красотка. Стильная, стильная. Посмотрите, какая она. Трудно поверить, что это знаменитая модель, дизайнер, и ей вот-вот 60. Инес такая она, современная икона стиля. У нее наряды регулярно копируются заядлыми поклонницами. Ну и, конечно же, мной. Я люблю вот посмотреть, как они в желтеньких штанишках, посмотрите, обувь. Черненькая вот такая вот, типа лакосты, не типа, а лакоста. И цепи, цепи, цепи. Все, сфотографировали, запомнили и так пошли. Очки, видите, какие модные. И сумочка большая, довольно-таки. Раньше я помню, когда-то такие браслеты были модные, неделька называлась. Стиль индийский. Все ездили в магазин «Ганг». Находился он в Ташкенте. Летали мы туда. Я стюардесса работала. Конечно же, я там покупала все. Все в этом магазине «Ганг». Так мне нравились. Костюм у меня был из этого магазина беленький, красивый. Сейчас смешно. Сейчас бы, наверное, этот костюм бы в жизни не одела. А тогда эту белую рубашечку, эту белую юбочку. Ой, с огромным удовольствием.
Ну а теперь Даян Кетон. Ей 69. Вот она в шляпке, Даян Кетон. И посмотрите, в каких джинсиках она. Вот здесь вот с заплаточками. И вот это очень стильно, между прочим. Давайте посмотрим, как она еще умеет. Оп! И перевоплотилась. Ну, у нее длинное каре. Кстати, ей очень хорошо с длинным каре. Даже лучше, чем в шляпке. Девчонки, берите на вооружение. И боб каре, и длинное каре. Разве, вот вы разве скажете, что ей в этом году 70? Нет. Очень молодо выглядит. Пошли дальше. Вот такой вот стиль. Я смотрю, ей шляпки очень нравятся. И, конечно же, очень мне нравится ее клетчатый галстук. Ой, какой симпатичный. И мне очень нравятся ее штанишки с лампасами. У меня тоже есть штанишки с лампасами. Это последний пик. Супер. Она в повседневной жизни одевается довольно эксцентрично. Вот это ее повседневка. Довольно эксцентрично. Но ей даже очень идет. В общем, стилю звезды стоит поучиться. У нее есть стиль. Ну, а вот Сандра Баллок. 52 года Сандрочки. Посмотрите, какая она в ярко-красном. Так что не бойтесь, не бойтесь яркости. А вот черно-желтый. Красавица. Ну, посмотрите, какая она красивая. Ну, кто скажет, что ей 52? Так. Красавица просто. Вот только так, а никак иначе. Молодец, Сандрочка, так держать. Она становится не только все красивее, вот я заметила, но еще и более элегантной. За последние годы в провальных образах замечена не была. А вот интересными выходами она продолжает радовать своих поклонников. Красавица. Вот такие вот стильные, стильные звезды в возрасте я вам показала. И поэтому, девочки, взбодритесь, весна идет, впереди лето, и мы должны быть умопомрачительны, самые стильные, самые эксцентричные, самые экстравагантные и самые очаровательные. Я люблю вас, моя интернет-семья и моя семья. Будьте благословенны, вы и ваши близкие. Пока-пока.